Добрый день всем. Очередной инбоксинг. Небольшая посылка с тремя маленькими головоломками, которые, я думаю, потерялась на почте, но все-таки этот пакетик до меня добрался. Что же здесь есть? Совсем такие маленькие вещички. Головоломки очень высокой сложности, естественно. Это кубоид от фирмы Z-Cube 2x2x1 или 1x2x2. К сожалению, инструкции по сборке в коробочке не оказалось. Что же теперь делать? Давайте просто посмотрим на него. Ну, мы видим, что это просто половинка от кубика 2x2. По всей видимости, размер такой же. Да, это может быть игрушка будет. Ну, сейчас сравним подробнее. Здесь интересные такие матовые, очень похожи на тканевые наклейки. Логотип Z приклеенный. Угу. Невероятной сложности головоломка. Я случайно собрал. Так, давайте попробуем замешать. Хотя отличное вращение. Ну, как мы понимаем, это просто углы от флопика. Соответственно, если флопики 3x3x1, надо сначала было собрать крест. Здесь этого делать уже не нужно. Ну, то есть мы раз, два. Из любого состояния этот кубоид можно собрать за два хода. Ну, как очевидно, сборка вызывает небольшой интерес на этой головоломке. Ну, как коллекционная вещь, к тому же, достаточно дешевая. Очень подойдет. Качество исполнения вполне приятное. Вращается очень хорошо. Ну, интересные наклеечки. Следующее, что нас ожидает, уже более сложная головоломка, которая даже не хочет открываться. Ну, я надеялся, что все это приедет к Новому году, поэтому это елочка. Елочка, которую можно повесить на веревочку. Ну, соответственно, будет служить елочным украшением. По сути, это кубоид 2x3x1. То есть исполнение очень похоже на этот кубоид. Ну, единственное, что он почище, чем здесь. Цвета все те же. Вращение вращается. Ну, вот эти вот свои потуже. Но это не такая уж и скоростная головоломка. Ну, мы видим, можно вот так замешать. Ну, на самом деле здесь достаточно просто собрать форму. Цвета собираются сами. Да? Мы хоть как замешали. Не так просто оказалась эта головоломка. Думаю, мы с ней все-таки справимся. Да. Головоломка собрана. Интересная вещичка, естественно, тоже коллекционная. Небольшой такой сувенирчик, который можно кому-то подарить. Или действительно повесить на елочку, поскольку есть для этого все необходимое. Крутится. Ну, кубоида 1x2x3 у меня в коллекции еще не было. Есть вот такая вот елочка. Ну и напоследок банальная. Это двушка от Циклон Бойс. Да, в елочке тоже не было инструкции. О, здесь очень большая
Получаю. Собирать 2 на 2. Ну, это, конечно, очень хорошо. Так, что мы видим? Головоломка стандартного размера. Да, 50 мм. Кстати, давайте сравним. Кубовину. Да, это ровно половинка 2 на 2. Конбойс. Вращается-то неплохо. Что здесь особенного? Здесь нет наклеек. И это не ковор. Хотя болезнь ковора здесь присутствует. Это открывается. Здесь единственный наклеек вставки. Пластиковые, скорее всего. Цвета такие достаточно темноватые. Не флуоресцентные. Давайте берем. Подруга. Сложная. Так. Ну что, для склонбой, вращение. Очень даже неплохое. Я весьма так настороженно отношусь к головоломку от склонбойса, в частности 2 на 2. Хотя у них неплохая бюджетная трешка. Ну и интересная четверка выходила 57 мм. Да, неплохая бюджетная пятерка. Шестерку я не стал покупать. Но двушечки вполне радуют. Отличная вещь, вполне подойдет для уборки на начинающем этапе. Неплохие вещички, эти две сугубо коллекционные, это же может послужить, вполне достойно крутится. На сегодня все, всем спасибо.